Буквально недавно в администрации при главе проходило открытое заседание совета. И на повестке дня главный вопрос, который был рассмотрен, это об уточнении даты основания города Артема. Напомним, что по итогам голосования все были за основание города в 1908 году. По такому случаю слушания перенесли на 22 мая. И вот они состоялись, где обсуждался вопрос о том, что, к сожалению, у города Артема прикреплена только дата присвоения города, но не определена дата основания. Споры на эту тему ведутся более 10 лет. И вот уже в конце прошлого года, скажем так, мы вышли на финишную траекторию и выработались две у нас таких вот разноплановые позиции по определению даты основания нашего города. Конечно, я хочу отметить, что нигде законодательно не прописан механизм или принцип определения даты основания города. Кто-то даты основания города считает первый забитый Колышек, кто-то даты основания своего населенного пункта считает военные посты, которые были основаны много лет назад. В общем, во всех научных изданиях указано, что городской округ вправе принимать самостоятельное это решение и считать отправной точкой ту позицию, которую поддерживает большинство жителей того или иного населенного пункта. В уставе Артема написано, что 26 октября 1938 года Артему присвоен статус города, а даты основания его нет. И в завершении слушаний, в каком же все-таки году был основан город Артем? Были предоставлены документы и фильм, где было понятно, что это 1908 год. Но участники заседания вынесли решение на голосование. Вероника Климова, Иван Петров, Светлана Нурик, Артемовские новости, телеканал «Лента».